Привет, мой сладкий. Чем Как у занимаетесь? тебя? Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала. Ничего. Животное. Барсук? Нет. Мышь? Нет. Крысу? Собаку. О, боже мой. Вас что, вообще не кормят? Ну, мясо, охота же. Ничего, ну. Ну, ничего, так вроде нормально. Правда, это мясо жесткое. Фу, мне ж тошнит. Ну, как дела у вас? Да ничего, нормально. Вас что покушать? Ой, покушать вот банки привезли консервированные. Какая-то закуска, там морковка, капуста. Мы сразу ее выкинули. Херня полная. Как Да. поросятам. Щи какие-то там непонятные. У вас сколько пайков-то, на сколько там? Сейчас пока нет. Куда-то налево ушли. Туда, наверное, вывозят, да, и там уж продают. Конечно. Алло. Да. Завтра я хоронить буду. Я знаю уже все. Закрыта Марабу. Закрыта Марабу, а Катьку не пустили туда. Ну да. А что же закрыть там? Что там, блин, сильно, наверное, нахер? Потому что они на улице лежат все. Там духман, Катька сказала, такой, что... Охереть. Они штабелями лежат, ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат, как доски. Охереть нахрен. Алло. О, привет. Короче, чё, бля, ждали замену, ебать, в итоге хуй. Сидим дальше. Я говорю, на своих старых позициях. Ну, типа того. Короче, у вас не весело, и ты поэтому не веселый, да? Да, блядь, не веселый, потому что у нас сейчас жара начала ебать со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Без воды сидим. Последнее время жарко. Без потерь хоть нормально? Ну, блядь, нет. Есть потери. Каждый день обстрелы, ебать, не прекращаются. Тут уже, ебать, жарко. Тут пацаны тоже все в ахуе сидят. Морально подавленные, ебать. Еще и жара, ебать, началась, ебать. А у вас форма, которая вот вообще не была, так и есть, да, блядь, теплая? Ну да. Заебались все, правда, уже. Ну, хочется всем домой, но что-то, блядь, дом не спешат, блядь. Ну, это понятное дело. Ну как, вообще настроение боевое или уже все? Да все, уже ни у кого боевое уже. Все. Ну. Да заебало от всех уже все. Ну, естественно. Ну а ты где, в лесу или где-то в городе? Да как обычно в лесу, я, блядь, мы живем как бомжи, блядь. Я, у меня уже пятый уровень бомжа, блядь. Это... Подожди. Не слышно ничего, только слова пропадают. Говорю, пятый уровень бомжа у меня на улице, поэтому живем в лесу. Да. С погоды как? Комары еще не заявились? Да вот появились, падлы. А что этот парень, который должен был выехать, выехал? Не, не выехал нихуя. Вернули? Да, без варианта уже выехать. Закончил, закрыли лавочку. Без, да, без вариантов. Или, блядь, или, как... или ранение, или убили, или официальный вывод, когда будет, и все. Нихуя себе. Ну, да, или... Альтернатив нихуя немного. Ну да, или смерть близких родственников. Такие вот дела. Я уже, блядь, подруге говорил, там одной говорю, блядь, пойди нахуй, это заявление подай в ЗАГС, блядь. Я, блядь, скажу нахуй, тут, блядь, снова сказали, не, нихуя не вариант, блядь. Такие вот, ну, блядь, все возможные способы тут все пробуют, что-то пытаются как-то, ну, что-то без варианта